В Каспийске на базе школы номер 4 состоялась встреча с поэтами Республики Дагестан. Прошло мероприятие для учеников 3 класса. Они подготовили для гостей яркие выступления, поставленные по мотивам великих отечественных произведений. Ну, у нас было несколько дагестанских поэтов. Мы прочитали свои стихотворения. Дети подготовили тоже свою композицию, поэтому у нас получился живой заинтересованный разговор о детях, о взрослых. И о родине тоже, потому что стихи многие были посвящены, конечно, родине. И мы стараемся, когда говорим с детьми, ориентировать их как-то в мире ценностей. Это очень важно. И много было чего интересного. Дети организовали для гостей небольшую театральную постановку, где сыграли своих любимых русских классиков. Безупречная игра детей не оставила без внимания никого из присутствующих. Конечно, огромное спасибо учителю, потому что за этим мероприятием огромная работа по привитию любви к чтению. Дети читают наизусть стихи. Дети их чувствуют, дети их сопереживают вместе с лирическим героем своего стихотворения. Им интересно все, что происходит, они любознательны. То есть за этим виден огромный труд, конечно, учителя прежде всего. Отметим, что посетили школу именитые поэтессы Табхат Зургалова, Залму Магомедова, Миясат Муслимова, Хамис Казанбиева и Надежда Касимова. Они, в свою очередь, познакомили детей со своим творчеством и рассказали о своем тернистом пути в поэтический мир.